Добрый вечер, с вами Николай, и мы играем Red Dead... Забыл. Блин. Dead Redemption 2. Во, да, да, где-то так, наверное, да. Я только что проснулся, так что вы не удивляетесь, что я что-то немножко неправильно разговариваю. Поспать решил. Почему-то под вечер. Да, бывает у меня такое. Не, блин, серьезно, я такой... Короче, думаю, часов 6... Вечера полседьмого такой. Чё-то я устал. Поиграть бы мне. А потом такой, смотрю на время. Меня разморило. Так думаю, да ладно, хрен с ним. Пойду немножко посплю. Подремал, проснулся, все, ничего не хочется, не спать, ничего. Чтоб все нормально. Такс, ну, это я так. Где мы? Я вчера сохранился, только я не помню где. Все, я понял, где мы. Нам необходимо добраться до нашей зоны. Да, это мы же дядю убили. Надо добраться, переодеться, и все будет четенько. Чики-пики. Куда идти? Ваша зона метки класс улучшилась. Теперь вы можете вручную включать цель в режиме метки класс, используя Q. Чего? Это как? Начинаем включать цель в режиме метки класс. В чем прикол? Не, я не понял. Что-то улучшили, а что непонятно. Надо пробовать. Вы ушли. Да, конечно. Сохранить. Да, хочу. Ты кто такой? Кто там? Мы, кстати, выжили. Вместе с лошадью. Да. Лошадка в шоке от меня была, ну. О, блин. Да ну елки-палки, ну зачем ты сюда залез? Я сюда его. Вот вы просто не видите, то, что я нажимаю на клавиатуре, я нажимал вообще в другую сторону. Почему он так. Периодически она ведет себя так, я не был. Или он. Это же он у нас лошадь. Он. Кобыл. Ладно, не кобыл. Так, а ну давай посмотрим. Да, тут можно. Так, железная дорога. Ага, можно спуститься вниз. Было. И тут легендарный олень. Ух, на фоне бух. На фоне бух. Да. У нас сегодня целый день. Бух. Короче, такое себе. Активизация непонятных делов. Целый день. Так, вон над речкой, да? А ну. По сути, нам можно вот так вот пройти. Распройдем, проверим. Да, давай через речку там пойдем чуть дальше. Можно было бы поохотиться на того легендарного оленя. Ну или кто он там? Стой. Угу. Нет, нам надо еще ниже. Так, и вот сюда. Хорошо, поехали. Ну просто я уставший, и лошадка у меня немножко устала. Да, выдержать такую херню, когда я ее потащил. Не, ее жалко было. Поиздевался с животного. Ну хорошо, выдержала. Кажется, надо купить какую-то хрень на нее, чтобы можно было зимой ходить. Ну то, наверное, шестерное одеяло, что они предлагали. Так, не понял.
кто такие, что они тут делают? Чуть дальше. Я не понял, что это такое было. Дилижанс, наверное, просто проехал. Эй, херня страдаю. А, все. Все хорошо. То перевозят, короче, заключенного. Да, нормально. Так, поехали сюда. Мне надо по этой дороге в другую сторону, вниз, и по нижней дороге проедемся. Да. Хочу по нижней дороге проехаться. Тише, тише. Правильно, я спущусь здесь, и вот так вот мы поедем. Кстати, тут что-то было. Не знаю, что это. Может, я, конечно, делаю сейчас глупость. Все возможно. Но по идее должно быть нормально. Сейчас выйдем на эту дорогу. И по ней пойдем. По-моему, я здесь был. Что-то такое знакомое все. Да. И ладно. Я же говорю, знакомая. Нормально. Чиш. Да. Надо будет попутешествовать по карте, просто чисто полазить. Найти вампира легендарного. Да, это я видео смотрел на ютубе. Что там надо где-то походить. Заборчики посмотреть. Здрасте. Здрасте, здрасте. Я приехал. Лошадь привязали. Общак лагеря 2,85 баксов. Зашибись. И нафиг я вам улучшал ваши вот эти палатки гребаные, а? Где? Отдача. Я вас спрашиваю. Доброе, доброе. Мудаки. Вот кто вы. Так, пожертвовать. Давай, жертвуем. Так, отдать предмет. Два перстня только. Все, все достаточно. $6. Переодеться необходимо. И посмотреть, что там делают мои кошаки. Сейчас, 2 секунды, я сбегаю, посмотрю, потом приду. Угу. Ну, по-моему, нормально. Да что ж, кошак приболел, кашляет. Кошаки, прикиньте, кашляют. Простывают, да, бывает. Очень странно. Так, выбираем другую одежду. Зимнюю одежду мы можем брать, костюмы. Зимний, летний, дебошир, злодей, бунтовщик. Нет, где-то я видел прикольное было. Преследователь. Вот эта тема, да. Все. Такс. Поспать. Отдохнуть. День 6 часов, да, давай. 6 часов, я думаю, достаточно будет нам отдохнуть. Я надеюсь. Нет? Ну, нет, так нет. Сейчас посмотрим. Угу.
Так, ну что, выспался, все хорошо. Про лошадь не скажу, не знаю. Надо его почистить. Иву. Я что-то думал, все это она, лошадь, кобыл. Я же говорю, я аж удивился. Как-то посмотрел, что это, оказывается, вот этот. Он. Тебя кормить? Нет, тебя не кормить. Все, нормально. Ну давайте, поглажу еще и все. Эй, бой. Да, бой. Так, а ну-ка. Что, чувак, уже не рад, что здесь остался? Или это не ты? Ну, сынок, взбодрись. Я хочу, чтобы ты был веселым. Я бодр и весел. Ну, так улыбнись, что ли? Все будет хорошо. Я знаю, сэр. И перестань звонить, сэр. Это не армия. В отличие от них, мы побеждаем. Чё? Жаль, что у нас есть? Да. Снежный жаберник. Полосатый щук. Кушай. Вам полезно. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. У нас есть задание про ограбление. Хавьер. Надо ли оно нам? Ну, я думаю, нет. Есть у нас задание... Микабел. Есть у нас задание... Джон Марстон. Кое-что провернуть в Валентайне. Давайте провернем кое-что в Валентайне. Микабел потом оставим. Альберт Мейсон и Черная Бель. Это меня интересует. Можно на почту сходить заплатить штраф. Что потом? Да, давай, наверное, Марнстон. Маршрут, поехали. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Где моя лошадка? Поехали. Лошадка. Не хочу на рыбалку. Да здесь неинтересно. Да блин, она какая-то... Не очень. Нелогично, неинтересно и... Не знаю. Я так ожидал, такие вот эти были. Я же говорю, лучше я вам пойду, у меня есть... В стиме купленный, короче, вот этот. Русская рыбалка. Вот пойду и нормально. И там более реалистично, прикольно можно посидеть. В зимнее время. Но почему бы нет? Либо вот этот. Фантастическая рыбалка тоже есть. Либо в будущем там токсические реки. Ну, конечно, я не знаю, надо посмотреть, ее обновили или нет. Ее перестали поддерживать. Раньше всякие прикольчики были. Короче, ее поддержка была там. Сейчас я не знаю. Надо будет разобраться, посмотреть, что там вообще дальше есть. Ну так, по сути, рыбалка интересная была. Была. Если бы там какие-то были прикольчики дополнительные. Турниры, соревнования, короче. Ну что-нибудь. Новогодний. Ну, я играл... А я не помню, когда я играл. Играл весной. Да. Последний раз, по-моему, весной. Потом началась обычная у нас рыбалка. Вот. Не, давай, наверное, лошадь уберем. Вот так вот. Сейчас зайдем, проверим, сколько там мне заплатить надо. Карго. Что за карго? Ой, здрасте. Дэйм. Выплатить. А, подожди, давай отправим. Точно?
Так, выплатить штраф. Давай посмотрим. $50 За что? Лаймон. Вест Элизабет 137. За какой ху... Давай. Так реально, $50 за что? Я в маске был, кстати. Не должны были. Ладно. Ага. Вот у нас задание тут. Так, постой-ка тут, подожди. Итак, тебе лучше? Какой шрам? Ну, мне быстро все заживает. Идет. То есть ты просто бездельничал или... Кое-что есть. Видишь их? Конечно. А что, ты хочешь стать погонщиком скота? Может быть. Пошли. И куда мы направляемся? Достанем кое-что, что поможет нам обзавестись овцами. Знаешь, вся эта таинственность. Она пошла бы дальше, но ты... Ты просто выглядишь глупо. Идем. Увидишь, тот дельц со Спойзом было неплохим началом, но нам нужны деньги. Пока мы не вернемся в Blackwater забрать свое. Вот что я тебе скажу. Те деньги, ну, забудь о них. Это... Кончится петлей. Я так и думал, что ты так скажешь. Дач говорит, что мы... Дач много чего говорит. Его дар говорить. Да? А что ты хочешь сказать? Когда-то я был его любимым пони, теперь я просто рабочая лошадка. Послушай. Дач, он, ну... Ну, ты сам все видел в Blackwater. Пинкертоны добрались и сюда. Наступает новый век, а это наш способ жить. Думаю, мы такие последние. Да, нам недолго осталось. Ну что ж, пусть так и ничего и не поделаешь. В моем случае, да. Хорошо. И куда мы идем? Нам нужно кое-что взять. Кое-что взять. Ну, конвейс, привези же лошадь. Но мне это уже начинает не нравиться. А, ну можно вручную ее привязать? Да, можно. Чистить. Сейчас грязь вот налившую уберем. Блин, а ты еще и срешь. Ты нормальный? Оружие. Оружейная лавка? Можешь зайти туда и купить снайперскую винтовку, потом все объясню. А, вот это уже интересно. Посмотрите, как особо виды боеприпасов, медикация и оружие. Да, конечно. Написано, что вор представлен в этом каталоге. Я возьму эту винтовку в кредит. Не, постойте, мы даже не обсудили условия. Или вы хотите мне вежливым способом решить не менее вежливым способом? Хорошо, хорошо, заплатите позже. А, мне нравится. Компонент, оптический прицел. Средний, длинный. Да хотя... Боеприпасы. Так, револьвер, пистолет, карабин, скоростные, винтовка, патроны, винтовка, скоростные, винтовка, экспресс-патрон. Что такое экспресс? Обладает невероятной бойной силой. Подожди, 60 у меня есть. 5 штук, 12.
Ой, нет, назад. Давай немножко купим этих. И давай возьмем достаточно. Оружие можно купить, оружие не в самых разных уголках. Справочников много. Почему я сам не мог это сделать? Сделать что? Убить винтовку. У меня с продавцом вышла ссора. Теперь у нас не лучшие отношения. У тебя вышла ссора? Да, у меня вышла ссора с половиной этого города. Не кипятись. Ты ведь ее купил, так ведь? Почему ты так юлишь? Что ты задумал? Вечно видишь какие-то игры, черт тебя возьми. Я? Это ведь не я хожу с Джеком на рыбалку. Конечно, не ты. Если ты говоришь, что это не твой сын, то какая тебе разница? Ты, наверное, все равно потом снова сбежишь. Почему ты так интересуешься моей жизнью? У тебя разве нет своей? Просто делай что-то одно. Две жизни не проживешь, это все, что я хочу сказать. Это не так просто. Ты же и сам все прекрасно понимаешь. Так же было и у тебя с той девушкой. Как там ее звали, Мэри? Все было по-другому. Нет, было то же самое. А теперь ради всего святого, скажи, зачем ты меня притащил сюда? Или я развернусь и покачу прочь на аукционе с ранчо Эмеральд. В городе проговаривают, что владелец пытается подметить под себя все фермы отсюда до Аннесберга. Да, я знаю это место. И? Я что-то не улавливаю смысл. Что-то я не улавливаю смысл. Давай поднимемся на ту гряду. Оттуда уж должен быть хороший обзор. Блин, надо было улучшенный прицел купить. Угу. Ну, я не думал, что мы будем, блин, с этих камушков стрелять. Сюда, Артур. Ну вот я и подумал, стадо благополучно дойдет до аукциона, но всю выручку заберет пара новых погонщиков. Вряд ли город захочет разбираться, кому платить. А зачем нам винтовка, которую ты не смог сам купить? Считается, что нам не надо подходить близко, прежде чем надо узнать, с кем мы будем иметь дело. Посмотрим, что получится разглядеть с этого места. И, блин, я так и знал, я же тебе говорю, что надо было купить лучше прицел. Ну ладно. Сохраниться нельзя. Да. Ну ничего, пошли. Может, ты пройдешь? Блин, вот он тупит. Вот я нажимаю, он тупит. Почему? Почему ты тупишь? Так. Так, кажется, это они. И что там? Выстрели куда-нибудь рядом с ними, и они бросятся на утёк. Необычный получен. Только не задень овец. Похоже, он тут не из трусливых. Положи еще одну пулю рядом с ним, и он поймет намек. То, что нужно. Ладно, пошли соберем стадо. Надо собрать заблудших овец. Тебе доводилось работать на ранчо? Нет, а тебе? Пару раз. Но не особо много. Почти все ковбои, которых я встречал, были тупыми, как пробки. Вряд ли их работа особенно тяжелая. Скоро узнаем. Давай соберем этих животных и вернем их в загон. Да. Подожди, опять же посмотрим. О, нет, не сеть. Фу-фу-фу-фу-фу, подожди. Да, ну, блин, окей, иди нахрен. Все же. Ну, не ту нажал. Нельзя, хорошо.
тут есть овца. Ага. Изи. Подожди, мне за ней гнаться или мне ее... Подожди, я не понял. Или ее загреть? Угу, хорошо. Все, по-моему, последнее. Замечательно. Почему мне заниматься овцами? Ладно, а ты поезжай рядом. Ну ведь я... Ты... Поверь, так будет куда быстрее. Будем прицельно стрелять в воздух, нажав У, чтобы заставить саду двигаться быстрее. Да не, нормально. Это другое дело. Стараюсь двигаться позади животных постоянно скоростью. Некоторые животные не от природы. Стараюсь двигаться не быстрее них. Хорошо. То пока нормально они двигаются. Но чем быстрее их двигать? Все хорошо. Пока идут как надо. Ну, не знаю, правильно ли они идут. Это вопрос. Я думаю, что скоро будут и нападать какие-то волки. Для чего я и ружье достал. На всякий случай. Так, дальше животные выдвигаются вместе с остальными. Ага, хорошо, это я понял. Вот это ковбой. Мальчик-пастух. О, ков-король. О, король. И бой. Ну, типа... Вы поняли, да? Да. Здрасте, денежку давай. Отличные овцы, неплохие. И много видели овец, которые были лучше этих. Я видел овец с менее подозрительным происхождением. Вы на что-то намекаете? Я намекаю на то, что вы отдаете мне 25% выручки, и я буду держать рот на замке. Здесь все в порядке? Простите. Конечно, я вас прощу. В обмен на 20 баксов можно будем еще одну дырку в башке сделать. Наказание за гон скота веселится. 25%. 15. 18. По рукам. Не злись, приятель. Считай, что я покупаю ваши грехи. Оплатим мы. Да нормально все. Дач ждет в нашем салоне, вот так? Хорошо. Поехали. Восемнадцать процентов. Я думал, что это мы грабители. Все равно на навар.
Спасибо за твою бесценную помощь. Не умеешь гнать скот, не умеешь плавать. Слушай, хватит. Ведь мы уже не дети. Кстати, скот он нормально гнал. Так что, о, салун. Подожди, а то что тогда? Если это салун, то... То публичный дом, типа. Пошли, радость моя, я тебе выщу виски. Виски гадость, ненавижу алкоголь. Особенно после Нового года. После вас, сэр. Компромиссы? Компромиссы? Джентльмены? Датч, Леопольд, где вы пропадали? Работали. Дело Марстона. Хорошо. И мы ждем, когда нам заплатят за... Завец. Леопольд, мой добрый друг, раз уж ты уже здесь, почему бы тебе не пойти с Джоном и попросить, чтобы все прошло без фокуса? Разумеется. Джентльмены, выпьешь? Конечно. Ничего так не изучает мозги, как беседа со старым Штраусом. Надо было оставить его там, где его нашел много лет назад. Начитанный маленький австрияк, только с корабля. Ну, я думаю, у школы благородных девиц Ван дер Линде странные выпускники. Это так. Твое здоровье. Спасибо. Ван дер Линде! Выходи! Выходи сейчас, черт! Варден Линдер! Ты меня не знаешь, но продолжаешь меня грабить. Меня зовут Левит Корноуэлл. Я тот человек, с которым типа наподобие тебе лучше не связываться. Выходи, или я убью этих людей. Что скажешь? Ну, я грязный кусок дерьма. Начинай заговаривать ему зубы. А я начну действовать. Если позволить всяким вопросам себя грабить. Ван дер Линде, тебе конец. Такс. Разберись с этим дурацким делом. Пожалуйста, джентльмены, произошла ужасная ошибка. Вы их с кем-то перепутали. Что гораздо хуже, чем обвинить одного человека в грехах? Боже, какая офигенная штука. Блин, бомба. Во-первых, пепель офигенный. Это уже, конечно, не поможет. Что
Так, подожди, тоник надо для мелкого глаза. Кстати, а где мой револьвер делся? Понимаю, кто меня стреляет. А, понимаю. Лучше бегите, пока можете. Скорее, к тем лошадям. Хватайте Штрауса. Давай, дядя. Давай, дядя. Так, посади Штрауса и уходим. Убедись, что за нами никто не увязался, а мы вернемся в лагерь. Собери людей. И отправим их собирать. Конечно, нам нельзя здесь оставаться после такого. Бегите из Валентайма. Ладно, уходим. Я предлагаю немного затаиться и попробовать их обшарить. Сейчас хочу посмотреть, трупы останутся или нет. Ну там патроны. Патронов я нехило там оставил. Валентайн. Сейчас посмотрим. Сохранить можно? Нет. Нельзя. Отцы и козлища. Так, давай вы совершили низкое преступление в городе в своем важном положении. Вы сланы в патрули, вы не можете больше пользоваться местным магазином. Зашибись. Сейчас посмотрим, есть там или нету. Давай, наверное, особое положение. Так, законники, трупы есть. Мне интересно, как они будут реагировать на меня. Кто-нибудь помогите.
Так, ну трупов я не вижу, не остались. То есть можно отсюда валить. Ага, труп. Можно. Так, да, давайте сейчас сохранимся и попробуем проехать возле законников. Я просто хочу понять. Просто хочу понять, насколько нас будут убивать сильно. Если возле законников пройдусь. Просто в этом капюшоне. О. Все-таки да. Даже в маске они меня видят и, короче, распознают. Так мне интересно. Да, печалька, конечно. Насчет этого они немножко не продуманы. Здесь степень обнаружения мне не нравится. То есть, если я по-тихому даже кого-то убиваю, честь падает. Ну, чтобы вы поняли, да? Почему, я не знаю. То есть, по сути, откуда они знают, что это я сделал? Да, меня там в полицию не сдадут, если по-тихому, там все. Ладно, вопрос еще в чем. Если я делаю преступление, но на мне маска, по сути, которая должна защищать меня от обнаружения, да? Но меня почему-то все равно вешают на меня... Короче, вот этот. Проблема. Короче, меня пытаются обнаружить. Правильно это? Я считаю, неправильно. То есть, они откуда-то знают, что это я все сделал. То есть, я считаю, это не прикол. Ладно, пойдем сейчас с дачем поговорим, потом пойдем заплатим штраф. Там, по-моему, 50 баксов эта фигня. Половина. Ух ты, не понял. Что это такое? Тише, лошадку мою только не трожьте. Еще? Нет, все. Ой, спасибо хоть за это. Опять же, смотрите, я запрятался, непонятно. А, это банда Дрисков, все, нормально. Так, опять, что они на меня, просто не решили меня вот этот атаковать? Вы охренели? Вы, Дрисковы хреновы. Чтобы увеличить число боеприпасов, хорошо. Надо будет, кстати, да, этот контракт надо будет купить. Так, у нас еще где-то тут тело. Вон оно. Не, они просто, я понял, они просто решили меня ограбить. Они не смотрели, кто я, зачем, почему. Прикольно. Бой, пошли. Вот почему я сохраняю здесь игры. На всякий случай. Да-да-да. Ну вот, например, не будет оно подхватывать видео, я... Потом раз смогу с какого-то момента его перезапустить и заново пройти, записать, наверное.
Шлем одели, все, пошли. Да, человек, тебе большое спасибо. Надо будет посмотреть. Подписчик подсказал мне такую фишку, что оказывается шапку можно на лошади брать. Ну не знал я этого момента. Ну, бывает. Для того, чтобы все эти приколочки понять, надо игру досконало пройти. Вот тогда ты знаешь все фишки. Как, что, где, почему. А когда ты не смотришь даже в гайды, еще намного сложнее. Вот я хочу игруху одну пройти, я ее, наверное, буду проходить, когда она выйдет. Вот, вот там вот будет немного сложновато, потому что гайдов на нее нету. Ну что, мы я не знаю, когда вернемся до Парижа? Это было бы чудесно. Вступить бы в команду. Остановимся, когда найдем что-то подходящее. Мы снова переезжаем? Да. Мы превратились в банду убийц. Я серьезно. У нас даже не осталось никаких иллюзий на этот счет. Хози, мы просто пытаемся выжить. У нас нет выбора. Скоро все закончится. Это уж точно. У него опять запор. Мика рассказал мне про место, где можно затаиться. Взгляни сюда. Он сказал Дьюбери Крик. Ладно. Может, вы с Чарльзом сходите, посмотрите, что там. Уберите все, кого найдем, а потом уже пойдем в остальные. Ну, иначе... Не знаю. Потанцуем немножко. Похоже, я стал мальчиком на побегушках. Ты стал моим сыном. Ты беспокоишься, потому что я тоже беспокоюсь. Просто мы с тобой одинаковые. Эй, Чарльз, пошли со мной. Ты мне нужен. Конечно. Это не может подождать? Походу, нет. Короче, надо было сперва отдохнуть, потом уже разговаривать. Ну ладно. Езжайте, Дьюбери Крик. Дьюбери Крик, Дьюбери Крик. Дьюбери Крик, Дьюбери Крик. Зашибись. А нас там тоже ищут. Вообще шикарно. Ну, меня. Easy. Поехали. Куда мы направляемся? Надо подыскать новое место для лагеря, мы переезжаем. Опять? Выбора нет. Надо торопиться, мы сильно рисковали еще до этой заварушки в Валентайме. Судя по всему, вы там наломали дров. Мы убили много законников и людей Корнуолла. Они наверняка уже знают, где нас искать. Значит, отправимся на юг? Да! Дьюбери Крик. Дач велел разведать местность. И выяснить, сможем ли мы там затаиться на какое-то время. Я знаю ее только несколько месяцев, но судя по тому, что он говорит, я никогда не ожидал, что Дач решится пойти на юг. Ага, и я хорошо понимаю, что затаиться у нас ни за что не выйдет. Нас слишком много. Но Дач совершенно точно не захочет просто отсиживаться где-нибудь в пещере. Это идет вразрез с его убеждениями. Ведь это означает признать, что мы не более чем заурядные бандиты. Но мы как раз таки есть. Мне тут можешь не рассказывать. Так когда это закончится? Что именно? Эти переезды, это бегство. Даже не считаю, что это бегство. Называй как хочешь. Не знаю. Раньше можно было просто уехать подальше от неприятностей. Но они со временем исчезали. А это большая страна. Но, глядя на этих пинкертонов и высокооплачиваемых охотников за головами... Подожди секунду, кажется, мы приехали в старый засохший ручей. Тут все просматривается. Это точно. И после дождя тут будет не здорово. Ну, давай смотримся. Я вижу кое-что, что там лежит. Ты видишь?
Видишь, там на земле. Посмотрите, труп. Это кто? Его застрелили. Будь осторожен, Артур. Тут лагерь прямо за этим оврагом. Так, Чарльз, давай сходим посмотрим. Смотри, вон там, пара палаток стоит. Ну, вроде никого нет. Давай смотримся, убедимся. Парам-парам-парам-парам, никого. Никого. Где все? Возможно, слышишь, что мы идем, будь осторожен. И так осторожен. Ага, хел, понял. Сейчас, подожди, с другой стороны сейчас пойдем. Здесь кто-то был. И здесь кто-то есть. Здрасте, здрасте, кто там прячется? Две девочки и один пацанчик. Спокойно. Тише, тише. Вы можете выходить. Что случилось? Вы в порядке? Мы ничего вам не сделаем. Он спросил, вы в порядке? Sprechen Sie Deutsch? По-немецки. Нет. Они увели нашего отца. Кто? Люди. Вчера ночью. Куда? Куда они его увели? Это не наше дело. Я даже не говорю на их языке. Перестань, ты не настолько глуп. Ладно тебе, Артур. Девочка указала в эту сторону. Давай попробуем отыскать след. Ну, давай. Подожди. Подожди, возьми. Так, вот следы. Идем. Давай возьмем лучше это. Следы копыт. Сюда. Что с тобой такое? В каком смысле? Ты собирался послать эту женщину с детьми на все четыре стороны? Мы в бегах. Нам затылок дышат Пинкертоны. Нам нужно думать о перемещении лагеря, а не носиться за какими-то бандитами. Перестань, Артур. Ты ведь не такой. Но может, ты знаешь меня не так хорошо, как тебе кажется? Ну, а может, Артур не такой, а я такой. Кажется, нам в эту сторону. Одну секунду. Так, следы, по-моему, сюда идут. Ну, пошли. Вообще, что там произошло на этой вашей рыбалке? Что сказал Пинкертоны? Сказали, что скоро явятся за нами. Предлагали мне свободу, если сдам дачу. Они выбрали не того человека. По мне, так надо было сразу отсюда съезжать. Подожди, я проверю, правильно ли с той стороны едем. Да, правильно. Так, эти когда заявили, что убили Мака, сказали прямо при Джеке. Пареньку не просто будет все это пережить.
Да, за ним присматривает больше людей, чем за многие из нас в свое время. Да куда ты спешишь? Джон сказал, он вернется на аукцион, получит деньги за тех овец. Нужно было идти там, чтобы снова сунуться в этот город. Он считает, что сможет проскользнуть незамеченным. Ну, раз этот Джон придумал, значит, идея стоящая. Что у вас с ним за вражда? Ну, он от нас уходил на какое-то время. Когда Джек был совсем маленьким, надолго, на год или больше. Стой, давай я проверю. У тебя зоркий глаз. В самом деле? Мы ведь были как семья. Мне кажется, я до конца его и не простил. Впереди лагерь. Будь осторожен. Вроде никого. Давай посмотрим. Никого пока не вижу. Иди, это малый, без понятия. Знаешь что? Лучше стать лагерем здесь, а не там. Тут гораздо легче обороняться. Может быть. О, я слышал где-то что-то. Мычало. Осторожно, это ловушка. Кто бы сомневался. Вижу двое. Еще вижу где-то. Ну и как я это сделаю? Ну, я хочу обыскать тебя. Подожди. Вернитесь к пленному. Ладно, пошли. Самое интересное, а почему он сам не мог его освободить? Ну, я не понимаю. Спасибо вам, друзья. А, ладно, подожди. Чарльз, иди и разыщи дача. Скажи ему, пусть едет сюда. Это место должно нам подойти. Спасибо. Короче, немец тоже с нами будет жить, походу. Верните последствия его здесь сейчас. Не, ну так вкусняшки надо забрать. Конечно, надо. Смысл тогда.
Давай. Данке. Наверное, мне следует что-то там вас отблагодарить. Не надо. Не надо нас благодарить. Так, а ну погоди. О, слышь, а мы далековато, да, уехали? Угу. Два трупа, короче, я не обыскал, понял. Ну ничего, найдем, обыщем. Это стабильно, я через лес все время езжу. Куда ты меня везешь? Что ты им такого сделал, этим парням? Что ты сказал? Эти люди, зачем они тебя похитили? Деньги? Моя семья владеет золотым промышленным предприятием, они хотели потратить бой выкупы. Как вообще, может быть, придумать такие слова? Ты везешь меня к моей семье? О, спасибо. Как они тебя нашли? Приятели, я английский, то едва владею. Ну, мы едем по нормальной дороге. Я не понимаю, почему маркер пытается меня... Подожди. То есть ты хочешь сказать, что вот это было бы быстрее, чем я просто вот так вот прошел? Эй, логика, блин. Ну, реально, я не знаю. То есть это тупая логика у навигатора. Навигатор издевается, честное слово. Вон еще дощара такой. Отлично. Блин, еще и молнии не хватало. Я не люблю молнию на открытой местности. О, наконец-то оно раздуплилось, что я еду по правильному пути. Я же говорю, логика, блин. Угу. Дорогая! Андреас! Я уже думал, что ты умер. Да, я почти умер. Мои милые. Мои дорогие. О, прекрасно. Вы великий человек. Великий человек. Нам повезло, что вы нас спасли. Уходите отсюда, здесь. Vamos. У меня для вас кое-что есть. Одну минутку. Золотой слиток. И вам спасибо. Огромное спасибо от всего сердца. Ну, не стоит благодарности. Да. The Deutsch. Немцы под люки, да? Так. Ты был прав. О, это место, оно идеально нам подойдет. Привет, Артур. Дач. Мисс Гримшо, мисс Пирсон. Найдите каждому работу. Приведите это место в порядок. Я совершенно не понимаю, где мы. Но мы постараемся устроить тут комфортом. Не, место охеренное. Вообще шикарно. Именно для отдыха. Деревья. Не слишком много. Полуостров Клеменса. Часть третья. Глава третья. Короче, я за что хотел вам сказать. Место шикарное. Речка. Ну, не лесок, но деревья такие, знаете. Вообще шикарно. Несколько дней спустя. Я бы на рыбалку бы сходил бы в таком месте. Палатку поставить. На пару дней хотя бы. Блин, как я хочу этого. Причем они пирс еще сделали. Вообще шикарно. Маленький слиток золота. Хм. Странная доброта. Так, давайте сюжет сохранить. Есть? Нет, нельзя. Прикольно. Ладно. Сдача. Вы получили золотой слиток. Его можно выгодно продать скупщику. Интересно. Можете купить новых лошадей. Конечно, не скоро. Мэдоус и Стросбери. Давай поговорим с дачем. Так, кстати, у нас награда 50 баксов. Клемент Пойнт. Надо будет заплатить. Что у нас тут дальше? А, ну! Я понял, где это мы.
Надо будет наведаться, посмотреть, что там у нас осталось. Это где-то было вот здесь. Валентайн. Отбелить себя. Новый юг. Как себя чувствуешь, старина? Отлично. Забавно, что мы в итоге оказались тут. Мой отец погиб в Пенсильвании. Сражаясь со здешними. Я тебе не рассказывал. Много раз. Вижу, тебя утомляю, Артур. Скорее беспокоишь. Мы потеряли людей. Перед нами стоят высокие цели, Артур. Мы пытаемся изменить общество, сделать его добрее, искренне и лучше. В таком деле потери неизбежны. Мы воры, живущие в мире, которому мы больше не нужны. Мы мечтатели, живущие в унылом мире фактов. Я признаю твою правоту, но честное слово. Следует задача. Мы пошли. У нас целый день. И здесь так хорошо. А что будет зимой? Позже я рассказывал, что тут поблизости есть один ручей. Сдается мне, он полон рыбы. Да, по сути, вопрос возникает в чем? Что вообще здесь происходит и что мы хотим дальше? Жить как перебежчики. Блин, мне вот эта песня так нравится. Эй, старушка, иди сюда. Покажи нам тот ручей, куда ты любишь отливать. Что-то ты выглядишь не очень хорошо, старина. Я думаю, такой теплый климат пойдет тебе. Те дни, когда я выглядел хорошо, давно прошли, дач. Ладно, Хозия, пойдем на рыбалку. Хорошо, джентльмен, давайте я вам покажу, как надо это делать. Вот, чувак, это наш Хозия, рыбачок. Опять же, блин, ну если бы здесь было интереснее рыбалка, можно было бы... Удилища покупать разные. На разную рыбу. Тут целое озеро. Я хочу прогуляться, развеяться вместе со старой гвардией. А до кого появились все эти люди, были только мы. Странная парочка. И их непутевый сынок. Есть хорошее место. Хорошее место ты нашел, Артур. Здесь хорошо. Это Чарльз его нашел. И я как будто снова могу дышать. Пусть даже воздух густой и влажный. Может, и твои сопилки пойдет на пользу, Хози. Однажды я побывал в этих краях вместе с... Быть, кажется, это было в другой жизни. Это и было в другой жизни. Но какая интересная была жизнь. Как здорово мы сражались. Особенно вы оба. Надеюсь, что так. Но сейчас, когда мы в отчаянном положении, нам нельзя отступать от нашего замысла. Заработать деньги, а потом удрать в какое-то место, где нас никто не найдет. И что будем делать? И где нам не нужно будет прятаться? Это куда, например? У меня есть некоторые идеи, но мне нужна поддержка, а не критика. Это касается вас обоих. Хорошо? Все же нам нужны деньги. Так что не привлекайте внимания, особенно в ближайшем городке. После Валентайна я запрещаю вам привлекать внимание своим поведением. Ну, начинайте копать, намечать цели, посмотрим, что тут есть. Увеличение здесь вредки в роутсе. Дач, нам надо быть поаккуратнее. Представь, сколько тут непуганных богатеев идиотов. Это идеальные условия для тебя, Хози. Ты легко задуришь им голову. Ничто не доставило бы мне больше удовольствия. Но сегодня мы просто рыбачим и наслаждаемся природой. Похоже, впереди законники. Не суетитесь. Оу. Здравствуйте, джентльмены. Смотрите, кого нам ветром занесло. Я увидел довольно неловкую ситуацию. А ну тихо. Что ж, посмотрим, что мы можем сделать. Сэр, как поживаете, ребята?
Хорошо. Красиво у вас тут места, ничего не скажешь. Что есть, то есть. Хоги Макинтош, к вашим услугам. Ли Грей. Это мой помощник Арчибальд МакГрегор. Рад знакомству. Вы шотландец? Отчасти. Это моя лучшая часть. Конечно. Скажите, сэр, что такое натурили этот глупый пижон? Ничего особо страшного, его обвинили мошенничество и свиньи вести с золотым прииском. О, не-не-не-не. Я уверен, что он вовсе не фокусник, я его знаю. Дурачок, конечно. Но его не зовешь плохим человеком. Может, мы могли... Не нужны новые неприятности. Позвольте, мы вам поможем. Преследовать беглых? Возьми с собой Арчибальда, ну разумеется. Держите оружие в кобуре. Эти парни из банды Андерсон нам нужны живыми. Артур. Артур Каллахан. Быстрее, мистер Каллахан. Пожалуйста, я рискую головой. Понимаю, понимаю. За что их разыскивают? Это мерзавцы. А точно нельзя их пристрелить? Нет, я же сказал. Ты много чего говорил. Ой, простите. Сможете запрыгнуть? Почему я? Потому что вы... Я ничего не делал. Куда вы бежите? Лучше не стоит. Отпусти меня. Не могу. Да-да. I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. Холодильник. Надеюсь, я не убил его. Несите его сюда. Помощник шерифа. Шума было много, это он? Ну да. Надеюсь, старина Андерсон. Андерсон. Посадите его за решетку. Меня может похвалить? Так, положите Андерсона на круг вашей лошади. И мы доставим его к шерифу Грею. У вас просто талант.
Так, ну теперь посадим его за решетку. А остальные? Мы их всех переловим. Андерс Моск и их банды. И это о многом говорит. Тебе виднее. Должен признать, выглядело это очень впечатляюще. Решено предложить, что вы раньше тоже были служителем закона. Ну, не совсем так. Хе-хе-хе. Вам знакомы эти края? Нет, не очень. По правую руку от вас плантация табака. Они относятся к Каллигу Холлу, это большое поместье, которое владеет семейством Грейв. Выглядит суши некуда. Да уж, мы отчаянно нуждаемся в хорошем ливне. Грей владеет Хелен Холлом на протяжении многих поколений. Славные люди. Разумеется, шериф Грейм я знаком ближе всего. Но вообще им принадлежит половина недвижимости в городе. В каком городе? В Роуте. Сзади такой, туда мы сейчас и направляемся. После войны, конечно, Роуд стал не тот, но у него есть свой шарм, полагаю, вы уже наслышаны про кого-то там. Я же сказал, мы тут совсем недавно. В общем, это еще одно крупное семейство. У них поместье к западу отсюда. Ужасные люди, поистине ужасные. Сколько себя помню, они без конца враждуют с Греями. Судя по всему, у вас тут весело. Саша Грей. Здесь мы свернем налево. Ну, поместье Греев, Саша Грей. Ну, я думаю, все знают, кто такая Саша Грей, даже если вы фильмы с ее участием не смотрели. Добро пожаловать в Роудс. Слева сможете видеть публичный дом Роудса. Очень респектабельный салон. Им владеет семья Греев. Я же вам говорю! То есть у нас хозяйственный магазин, оружейная лавка, почта и, конечно же, железнодорожная станция. Что еще нужно человеку? Совсем немного. О, прекрасно, они вернулись. Это ваш друг, да? Эп. Хорошо, мы остановимся вон там справа. Ну, я насчет публичного дома. Быстрее, быстрее, не бросайте его так на весь город. Эй, парни. Парни, 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 парни. Грей, мы его поймали. А, очень хорошо, я же сказал, что Артур не подведет. Настоящий борец за справедливость. Это чудесно. Так, насчет моего друга. Ваш безмолвный друг может идти. Но чтобы без проблем, уверяю вас, это было просто недопонимание. Но я все равно хотел бы от вас всего сердца поблагодарить вас и сделать вид, что это рад вас... Блин, что расслышать. Приятно было иметь с вами дело. От лица по большей части добропорядочных жителей Роудса, я приветствую вас в нашем селе. Вы польщены таким приемом. Проследите за тем, что ваш друг вел себя хорошо, нам не так хватает хлопот с некоторыми стражами, которые вы опустились. Стражами. Как ужасно. Ну да ладно, мы пойдем. Я не дам этому человеку уйти со стезы добродетели. Вы загляните к нам как-нибудь на днях. До свидания, джентльмены. Итак, Бо, я надеюсь, все это не более чем сплетни. Правда ли, что ты общался с этой презренной Пенелопой Брейн Тайн? Не знаю, где ты был все это время? То тут, то там. А где ты остановился? Я снял караван. На окраине, за церковью. Условия ужасны, зато туда никто не суется. Весь город увяз в этой нескончаемой грязне между двумя семьями. Родни шерифа Греями и Брейн Тайнами, или как там, два семейства плантаторов. Они не поделили золото мятежников. И спорят между жениться на кузинах Артур Хози. Поспрашивайте местных, постарайтесь что-нибудь об этом выяснить. Я, по-моему, скучал, ребята. Слышал, за вас назначили награду. Уже 13 лет в розыске. Им понадобилось не один месяц, чтобы нас тут найти. И, судя по всему, тут даже есть... Так, награда... Блин, я не успеваю читать! Какого хрена? Ребята из лагеря на границе штата. Они сказали эту награду в суде. Это во всех салонах к северу и к западу отсюда в радиусе 500 миль. Ходят слухи про особых агентов, вроде того. Особые агенты, суперагенты. Хотелось бы на того посмотреть. Это просто... Ну, я вам... Блин, не лезь на рожон. Спасибо вам, джентльмены. Много-много текста.
И какого хрена мы с ними шли? Так, что касается этих двух семейств. Артур, ты отправляйся к Греем. Разнюхай, что это за люди? Ага, мы с нашим другом Шельдоном проедем мимо их плантации. Хорошо, Хозия. А ты постарайся что-нибудь выяснить об этих брейтейнах. Ладно. Спасибо, Артур. Не за что. Вот так порыбачили. У нас еще время, я не против порыбачить. А ты, Артур? Или с тебя хватит на сегодня? Ну, почему бы нет? Я бы не против. Отлично. Хозия, отведешь нас в то место, про которое ты говорил? Музей, мне здесь нравится. Ладно, надеюсь, дальше обойдется без происшествий. И? Что вы от меня хотите? А, вы лошадок. Даже для меня следуйте за мной. Я, кстати, был вот уже в этом городке. Шляпа. Я могу шляпу одеть. Так, дачку разину, используйте оружие. Хорошо. Ну, еще приличное это озеро, а не ручей. Тоже озеро, где мы разбили лагерь. Оно того стоит. Я видел там крупных дромов и осетров. Наверняка там еще каменные желтые окуни, снежаберники и щуки. Хорошее место. Посмотрим, получится тело и рыбу так же хорошо, как преступников. А Артур? Он за Трелони, теперь передо мной был. Трелони всем за что должен, но он редко ошибается. К тому же мы завоевали расположение местных представителей закона. Я бы сказал, что в итоге мы не зря потратили время. Ну, по сути, да. И могли бы здесь уже нормально осесть, выплатить все долги и нормально по-человечески зарабатывать. Только чем? Вопрос. Кто чем сможет? Да, я не понимаю сути этой банды. Ну, банды нужны для того, чтобы разбогатеть и наслаждаться своей жизнью. По сути, они уже не могут этого сделать, потому что везде на них идет охота. То есть, ну, сядьте где-нибудь по-человечески, живите себе нормально. Нет, надо. Здрасте, здрасте тебе. Запись идет? Сейчас. Пускай подхватывают. Я вот так просто периодически его одупляю, чтобы она одупляла. Да ну блин. Вы знаете, как обидно, блин. Записал видео, и оно... Картинка не записалась. Хрен его знает, что с этой ABS-кой бывает. Надо ее обновить. Обновление что-то там вышло опять. И тишина. Все перестали что-то разговаривать. Вот так. Блин, надо лошадку свою почистить. И кожу продать эту. И золотой слиток продать. И винтовку улучшить. Короче, много дел. Мы не назад ли едем, а? Нам сюда, дальше налево. А, я ловил. Слушай, мы не возле того домика выйдем, где я осетра прибил. Помните? Или нет? Это же было как раз то видео, как раз, которое не записалось. Я по берегу вышел, я осетра пристрелил. С пистолета. Что раз видел тут лодку? Было бы хорошо выйти туда. Да, вон там, на берегу. Ну, почти. Домик стоял, короче, и я так возле причала смотрю, а там охеренная такая херня, блин, плавает. Пристрелил, оказался осетр. Так, никто не будет зажать, если мы одну позаимствуем. Тут на лодке можно плавать? Вы прикалываетесь? А, нет, нельзя.
This looks like a fine vessel. Так, по-моему, неплохая. Хорошо. Давай, спустим лодку на воду. Сейчас приедет хозяин, и все мы просрём. Я чувствую, что здесь будет хороший лов. Говорят, тут водятся просто невероятные сетры. Вот как. Ну, давай. Вы же слишком стары для северной работы. У тебя ума только для нее и хватает. Вот жопы. Ты все еще струми, не меня. Старик, да, обожаю. Теперь отвези нас где поглубже. И будем надеяться на удачный хороший клев. А просто на клев без удачного можно? Можно. Спустя WSD, так. О, вы видели там что-то сбросилось? Вон, по правой стороне. Я увидел. Не, ну там же действительно что-то сбросилось. И это прикольно. Так, где-то здесь. Так, вот тут хорошее место. Ну что ж, удачи. Надо было прийти сюда на рассвете или на закате, но время рыбы клюет лучше всего. Да. На зорьку. Так, вы туда, я сюда. Так, у меня есть черви. А, ты хочешь сказать, что вот эту? Ну, давай. Вот туда надо забросить, видите? Да я не хочу сюда забрасывать, а можно повернуться? Держите, чтобы схватить катушку. Не шевелится, она не интересна. Держите, чтобы сейчас посмотрим. Хотя, может, я все-таки не был не прав насчет этого. Рыбалки. Может, она не такая уж здесь и скучная. Посмотрим. Потяните вверх, чтобы поднять рыбу к себе, а затем быстро потяните леску, чтобы быстрее достать добычу. Держите пробел и shift, чтобы не... Слишком далеко закинул, оно было ближе. Зерная приманка, две штуки, хорошо. Ну, Хози, я сейчас выдвинет что-нибудь. Или я вытяну. Сейчас посмотрим. Что, поймали? Так когда ж ты устанешь, а? Оказывается, здесь можно быстрее крутить леску. Тише, 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 тише. Достал? Ах, ты же гад, Хози, достал.
Эй, ну что ж ты там будешь, а? А? Мне ж самому интересно. Осётр, осётр или как-то он сказал еще какая-то хрень. Неплохо. И что это такое? Молодец, большой окунь. Один парень мне рассказал, он видел у устья реки Сэнди гигантского осетра. 50 фунтов, по его словам. Хотелось бы увидеть. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15. Это было 15 лет назад. Я что-то пропустил, простите. Ну, теперь я вспомнил. The next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Слушай, можно пойти ловить рыбу, можно целый день пить. Rob someone and buy some fish. Now reel them in, Arthur. Такс, что-то у нас есть. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, сидим с удочками. А на устье рядышком путешествует похоронная процессия. И ни с того сего, если вдруг встает, снимает шляпу и склоняет голову. А затем садится снова, берет в руку удочку. Не сказал ни слова. Меня это немного удивило. Уэсли, как мило с твоей стороны. Он отвечает, надо же отдать дань уважения в конце концов. Я 30 лет был на ней женат. Господи боже. Смотрите, тут рыба просто... А не сюда, блин. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember как мы... Так, как мы говорили, что никогда не было восточного Blackwater, как группа, я имею в виду. Чем увереннее мы пытаемся двигаться назад, тем дальше нас на восток заносит. Мы подобрались в Нью-Йорк, в Нью-Осине только мест. Мне там нравилась дикая привольная земля. Все как в старь. Почему-то в пустыне чувствуешь себя ближе к небу. Сейчас о возвращении туда, может быть, даже не думать. Пинкертоны выставили патрули по всему Толстри и Великих долинах. Ну, посмотри на нас сейчас. Могло быть и хуже. Планы меняются, такова уж и жизнь. Я когда-нибудь говорил, что моя мать похоронена в Блэквотере? Правда? На следующий шел за домом, больше ее не видел. Мы с ней часто ссорились. Я был не самым послушным ребенком. Представляю себе. Но я любил ее по-своему, а она любила меня. Не, бред какой-то. Ладно, давай подальше закинем. Это настолько долго придется его подтягивать. Ну так нормально.
got something biting, Arthur. Got a nibble there, Arthur. Nice, you hooked him. Так, есть. Интересно, что? Опять, наверное, окунь. Почему он только в одну сторону может на этой лодке? Не хочу в другую сторону. Да, окунь. Да, видно. Неплохо. Кило 800. Это неплохо. You got a bite there, Arthur. Сорвалось. Ладно, давай перезакинем. Не-не-не-не-не, не надо так делать. Ладно. Сейчас попробуем другую снасть. Сейчас еще рыбку вытащим одну. Ой, наживку снасть. Опять форелька. Так, а ну подожди. Я хочу поменять приманку, алло. Ладно, давай туда. Не дает мне, короче. Она, получается, выбора не дает, короче, выбрать другую наживку. Почему? Не знаю. Ладно, давай последнюю рыбку. И все. Только непонятно, чего это ушло. Последняя, которая была. И его в жопу. Ну, простите меня, пожалуйста. Все, убирай. Порыбачили и хватит. Тебе же пригоняться за бандами. Так, ладно, у нас вроде набрался приличный лов. Пирсон будет в восторге. Ну что, возвращаемся? Мы можем поплыть прямо на лодке, отсюда недалеко. Отличная идея, может пригодиться. А как же лошади? Они найдут дорогу. Просто следуй вдоль до берега. Это было интересно. Спасибо вам, ребята. Хозе, может, споешь нам? Ладно, есть у меня для вас одна песенка. Я попросил девочку кое-что мне дать. Я попросил девочки кое-что мне дать. Погоди, картошка еще не готова. Я не смог долго ждать, пока она приготовится. Я не смог ждать, пока приготовится картошка. Поварил ее на пол и задрал ей жопу. Я проклинаю тот день, когда увидел ее. Я проклинаю тот день, когда увидел ее. Картошка сгорела, и мне тоже припекло. Чё? Это было неплохо. Чё? Подожди, я не понимаю смысл этой песни. Какую? Ну, посмотри на нас сейчас, трех морячков. А, конечно. Ну, мы три бедных моряка, только что вернулись из плавания. Мы каждый день рискуем, а у других людей жизнь спокойная.
Я не умею петь. Может, спляшем, станем в круг, станем в круг. А кто тут самый дерзкий друг? Пусть поглянется здесь, прямо здесь. На военных нам плевать, ведь они нас презирают. На военных нам плевать, ведь они нам хлеб. Что? Они дают нам хлеб. В их честь мы спляшем, станем в круг, станем в круг. А тут самый дерзкий друг. Пусть поклянется здесь, прямо здесь. Песня херня, ла-ла-ла. Я не знаю, чего они смеются. Херь такая ужасная, знаешь? Не нужно, чтобы люди в лагере думали, что нам было очень весело. Это точно. Не, ну чё? Задание прикольное. Порыбачили, прикольно. Нормально. В компании интереснее. Думаю, у меня. То есть, у нас. То есть, все будет в порядке. Я знаю. Я всегда это знал. Пока вы вдвое со мной, все будет хорошо. Мы здесь отлично устроимся. До поры до времени. Надеюсь. Ну, лично я буду наслаждаться красотами... Эту рыбу я дам Пирсону. Отдавай. Задание выполнено. Артур, как вы? Чё тебе надо? Не будь таким. Всего пара долларов, я на мели. День. Ладно, ну прошу. Вот так. Я не говорю, не скричите. Крики не дают связи. Извините, капитан. А что, на флоте было по-другому? Так, подожди, я что-то не понимаю. Так, у нас все немножко поменялось, и я не понимаю, где я, где что. Получается, вот это моя хатка. Да. Надо рыбку отнести. А что, закрыто? Может, говорить, что тебе вздумается? Ну, предупреждаю, если в ближайшее время отсюда не выберусь, если не прекратишь на меня шикать, я убью именно тебя. Иди сюда, морячок, я тебя порежу. Положи нож, дамочка. Что с вами обоими? Всю свою жизнь срогать овощи я не собираюсь. Извините, мадам. Вашей подушки было слишком мало. Нет, мистер Морган, я не против работы, но я хочу настоящую работу. И готовка это не работа? Чего ты хочешь? Мы с мужем работали вместе. Всегда. Я работала в поле, я могу охотиться, управляться с ножом, могу стрелять. Но предупреждаю, если оставите меня здесь, я сниму шкуру с этого жирного енота и стряплю с него еду. Захлопни пасть, сумасшедшая бабенка, прекрати. Оба. Слушай, она неплохая. Ну пошли со мной. Хочешь выбраться отсюда? Наравне с мужчинами? Ладно. Но нам не нужно только охотиться. Нам еще нужно скрываться. А те, кто охотится на нас, ну, тоже есть оружие. Я смерти не боюсь. Это хорошо. Вам что-нибудь нужно, мистер Пирсон? Мы с мисс Адлер немного прокатимся. Да, конечно. Да, конечно. Вот вам список. И не могли бы вы отправить это письмо? Раз вы уже туда едете. Конечно. Пошли, принцесса. Ты идешь, женщина? Значит, меня повысили с резких овощей до походов за покупками? Не свой рот.
Так, подожди, сюжет, алло. Сюжет нельзя сохранить. Ладно, друзья, на этом будем сохраняться, потому что слишком длинные видео нельзя тоже делать. Не, не в том, что я не хочу. Я хочу. Проблема в том, что YouTube, ну или это из-за интернет-трафика так получается, я не знаю, в чем херня происходит. Но когда видео больше, там, короче, ну вот, трехчасовое видео, очень долго грузится и бывает глючит. У меня было такое, что у меня, короче, немножко не получилось загрузить его. Обработка там что-то у них не получилось. Короче, хер получается. Надо видео там часовое, двухчасовое, не более делать. Да. Все. Всем спасибо, всем пока. До следующей серии. С вами был Николай. Пускай вас все будет хорошо. Вскоре. Еще осталось 2 месяца. И будет рыбалка. И можно выбраться будет. Взять пивка и нормально выбраться на нормальную рыбалку. Зимнюю рыбалку я ненавижу. Холодно. Руки мерзнут. И все. Ну, у нас, кстати, водоемы еще не встали. Ну как, лед уже покрылся, но он еще по нем ходить нельзя. Но зимнюю рыбалку я ненавижу. Нет, холодно, не люблю. Нет. Все. Все, всем спасибо. Пока-пока.